Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Хочу обратить ваше внимание на главную страницу нашего сайта, а именно вот на эту строчку. Здесь написано, что нам доверяют 60 крупных и средних предприятий и организаций Российской Федерации. Это ссылка. Если мы нажмем на эту ссылку, мы попадем вот сюда. Наши партнеры. У нас за более чем десятилетний опыт работы, вот здесь вот они все прописаны, накопилось 60 крупных и средних предприятий Российской Федерации, находящихся на территории Российской Федерации. Ни одного контрагента мы сюда не помещаем до тех пор, пока договор не был полностью исполнен с нашей стороны. За эти более чем десятилетия нет ни одной рекламации на нашу деятельность. Мы свою деятельность ведем по-белому, по-честному, выполняем все взятые на себя обязательства. И здесь реально 60, здесь даже на некоторых, у кого есть сайты, мы сделали вот такие скриншоты, мы не помещаем. Если есть Роснефть в наших контрагентах, если мы конкретно оказывали услуги по дистанционным психологическим обследованиям Роснефти, мы здесь честно и открыто об этом говорим. И раз в год ГОК, Шлюмберже, УЗГЦ, Викинг Саплай, Сыктывкар Тисю Групп и так далее, и так далее, и так далее. 60 крупнейших Русал, группа компаний Русал, мы не помещаем. Только те, кто с нами конкретно сотрудничал, договор был исполнен, никаких к нам претензий не было, мы выполнили свои обязательства до последней точки. 60 крупных и средних предприятий Российской Федерации. И здесь самые разные предприятия из самых разных областей. Из атомной отрасли, из нефтегазовой отрасли, транспортной и так далее. Поэтому нам доверяют, мы выполняем то, что написано в наших договорах. Проводим дистанционные психофизиологические обследования и при необходимости продаем программное обеспечение, которое требуется при прохождении психофизиологических обследований персонала ваших предприятий, ведущих потенциально опасные виды работ. Поэтому, если у вас есть потребность провести ПФО, получить лицензию Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии или связанных с ним каким-то образом потенциально опасных ядерных производствах, вы можете смело к нам обратиться со 100% уверенностью и гарантией того, что услуга вам будет оказана в срок, точно, вовремя и честно. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!